Всем добрый вечер, всем привет. У нас сегодня на дворе 30 марта. Вовсю цветет дикая вишня, сакура. Мы с Наёнкой вышли на вечернюю прогулку. Поужинали, и Наёнка решила потренироваться, да? Наёнка. Ага, спорт. Спортивная девочка. А сегодня утром такой был дождь. Гром, гроза, потом после обеда вышло солнышко. Сегодня вроде тепло. Эти дни было очень холодно, дожди. Вот. На улице очень вкусно пахнет. Из-за цветочков, которые сейчас распускаются на деревьях. Очень вкусно пахнет. Вот. Еще хотела рассказать одну новость. С 25 марта я начала работать. Вот, вышла на работу, в школу, опять свою любимую, Хаян. Вот. А до этого ждали. И потом вышло объявление на сайте. Быстренько написали резюме, сдали. И через 2 дня мне позвонили и пригласили. Интервью не было. Вот. Быстро решили сделать договор. В общем, документы там собрали, расписали все. Я тоже расписалась, согласилась. В общем, договор подписали на целый год. И, в общем, вот с 25 марта я стала работать. В школе 2 переехали. Еще девочка одна новенькая пришла. И через 2 дня еще одна новенькая пришла. В общем, они оба в первом классе, одна с Кыргызстана, вторая с России. Вот. Маленькая в первом классе, она русский не знает, только узбекский. Она, короче, сестренка. Сестренка той, которая учится уже второй год, получается, да. Она сейчас в 5 классе, а сестренка ее в 1 классе, девчонка Сабина и Зарина. Вот. Сабина более-менее знает русский язык, а Заринка только знает узбекский язык. Я с ней на узбекском. Я, в общем, 3 дня в неделю захожу на общий урок вместе с корейским учителем, вместе со всеми детьми. В общем, захожу и перевожу ученику. И 2 дня в неделю у меня идет как продленка. Я просто готовлю этот тему, обучаю сначала. Сейчас мы начали изучать опять с нуля все. Буквы повторяем, хангыль. В общем, у меня 2 раза в неделю получается продленка с детьми. Все вместе собираемся, только получается русскоязычные. И начинаю их обучать, вот, учить. Еще такой вот рекорд для меня, что я впервые составила громадный план на 48 уроков за 2 дня. Все на корейском языке составила, короче, план уроков. Это получается почти на 4 месяца я составила план. И мне дали срок 2 дня. В общем, я успела, сдала все. Все нормально. Вот. В общем, работаю в школе, в корейской. Также продолжаю уже 3-й год. Вот такие дела. Наёнка также здесь продолжает заниматься спортом. Где твой мяч? Наён, где твой мяч? Вон там, да? Наёнка знает тоже русский, понимает, но очень-очень-очень редко отвечает. А так она понимает русский язык. Вот стараюсь тоже. Да, это твой мячик, да? А это что? Отвечай. Это что? Отвечай. Что? Это что? Люси? А, это игрушка Люси, да? А, точно, я забыла. Люси же это. Мишка, да? Угу. Все, поигралась? Сейчас пойдем показывать цветочки, как растут, цветут. Пойдем? Да. У нас зацвела магнолия. Смотрите, какая красивая. Они начинают цвести вот в марте.
Сейчас, правда, конец марта. Смотрите, все деревья магнолии. Видите? Магнолия. Красивая. Шикарные цветочки. Лепестки такие у них толстые. Вот. Красивая магнолия. Весь двор. Здесь дикая вишня сакура. Вот телефон красоту не передает почему-то. Очень красиво. Дикая вишня сакура. Красота! Наинка побежала на качели. Никого нет, это хорошо. Наинка захотела этот манго йогурт. Идем сейчас покупать. Понравился ей йогурт манго. Сейчас возьмем. Аньясео! Манго йогурт ханара. Манго йогурт? Да, айс американо ханаео. Айс американо на? Да. Не-не. Посмотрим, как дяденька делает нам манго йогурт. Наш манго. Мацумида, не хигисея. Не. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Сегодня был такой короткий репортаж. Быстренько хотела вам рассказать, поделиться. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Если есть вопросы, задавайте. В общем, спасибо всем за просмотр, спасибо, что вы всегда со мной.